И с вами ваша любименькая Марья Ивановна из села Кукуева Мухосранского уезду Задрищенского района. Приветики! И ем-то очередная веселенькая распаковочка посылочек с сайту AliExpress. Еще раз желаем всем удачи в конкурсе. А не за горами следующий конкурс, а приз вы увидите в распаковке из веселенького Василька. Ну а теперь посылочки с Алиэкспрессу. Начнем жмякать их потрошатать. Что-то первое такое попалось. Ой, что-то порезала. Я что-то порезала. А, пакетик просто. О, ух ты. Ой, ем-то что? Это обужа для кукрят. Вот, зелененькая, желтенький. Ешь, Марья Ивановна. Марья Ивановна перерыла весь Алиэкспресс, пока нашла эту обужу подешевше. Они ж ем-то обужу для куклят продают как будто детям. Как будто вы ее прям сами носить будете. Ага, вот такие, о, зелененькие такие вон, топотульки-то. Ать, и желтенькие. Ага, так. Сейчас будем примерять. Примерять будем, сейчас. Топотульки Йенти заказывали вот для Йентих вон куклят. Вот для этих вот. Красотульки были в распаковке 108, можно посмотреть. Две девицы-красавицы, две по цене одной. Сейчас чутка подорожали, но зато можно выбрать других. Там есть блондинистые и уже с косами, и в других платьях. И приходят они со всем упаковкам. И вот такая вот она огроменная ента-кукла. Шарнирная, все коленки гнутся, ноги гнутся, руки гнутся, все гнется. Вот, в общем, топотульки. Сейчас будем мерить. Так, вот тут вот такие вот эти завязки буду вот прям вот чикивать эти, не нужны они. Главное, чтобы тут вот ножка влезла. Эть, вот, как по ней шили. Вот, угадали, значит, все хорошечно. В общем, к ентим куклятам енти тапки подходят. Эть, одна, вторая. Угу, ну, может быть, немножко жмякает, но девица-красавица не жалуется. Не жалуется. Вон, все налезло. Все забезно. Ну, вот видно, что упирается пальцы-то. Видать-то, конечно, ну, что поделать-то. Но зато налезли, не сваливаются. Ага. А вот это вот я вот прям вот так вот возьму и это шмякаю. Не надо нам вот эти вот, вон, ремешки. Ремешки еще другим пригодятся. Угу, на какие-нибудь пояса. Сейчас вот возьмем ножнями-то и так шмяк-шмяк. А может, просто нет. Не буду шмякать, не буду портить. Вот так вот сделаю. Опа! Вот такая вот финтифлюшка пускай остается. Круть, мамка, придумывает сразу на ходу. Зачем вещь портить, когда можно вот так вот оп и снять. Вот, все. Вот такие вот. А сюда какой-нибудь бантик пришмякать. Ой, точно, прям ты посмотри, как я придумала. Да, сюда какой-нибудь бантик сзади пришмякать, желтенько тоже. И будет красота. Вот какая Марья Ивановна выдумщица-придумщица. Так, красавицу, девицу-красавицу сейчас из кадру уберем, посадим. Ну, коробусечку, пусть посидит там, не мешат. Так, дальше поехали. Следующие посылочки. Что-то такое мелкое какое-то. Мелкое какое-то, такое непонятное что-то. Какие-то. Это очередной шнур. Шнур пружинистый. Обмотушка. Что-то совсем за копейки какие-то брала. Уже показывала. Вот такая пружинка просто вот. Тюк-тюк-тюк-тюк. Разгорелся наш утюг. Вот такая вот пружиночка. Дешманская, совсем придешманская. Дальше следующая посылка, тоже какая-то мелкучая, какая-то финтифлюшка тут лежит. Сейчас посмотрим, я ж не все посылки-то отслеживаю. Все посылки не отследишь-то. Ага. Ой, ой, вообще за копейки брали. Вот такие вот резиночки. О, мишутки, вон какие хорошенькие. Прикольные, да? Да. И резинки хорошие вот эти вот. Такие тянучие, притянучие, хорошечные. Вот. Ну, мы, конечно, выросли из такого возраста, но чё-то, я же говорила, нам-то девочкам все равно сколько, 5 ли лет или 50 лет, что хотим, то и оденем, и пойдем, и будем ходить. Ага, следующая посылка. Тут, наверное, стразья. По всей вероятности, вот те вот оранжевые стразья, так, не порезать бы там пакет, взяла больше размер, чутка подразорилась. Ага, вот точно. Вот такие вот, видите, вот эти вот. Оранжево-желтые вот эти, что мне больше больно понравились. Это S20. Да, ой. Вот, S20. 1400 штук. А остальные стоят дороже, а количество меньше. Поэтому взяла еще вот такие побольше. Вот, чтобы было у меня. Ентострозы термо, которые приклеиваются на ткань. Утюгом или специальным паяльником для стразьев. Следующая посылочка вот такая.
Так, там-то должно быть для девочки, для одной кое-что. Ой, что-то рукодельное полезное. Что это полезное? Вон о чем. Доставка, к сожалению, только из Российской Федерации. Вот такой набор. Ландыш серебристый, нежный, вот такой. Ага, это сами вы должны вот такое извоять из бисеру. Так, сейчас попотрушакаем мы эту посылку. Так, что тут? В общем, готовый набор. Угу. Так, сейчас посмотрим, что в этом наборе. Так, хоть вон там, видите, какие тут всякие розы, мимозы, цветочки, лепесточки, ромашки, фигашки, онютины, глазки, что хотите. Так, сейчас посмотрим. Так, инструкции на русском языке есть. Так, отлично. Так, ссылочка в группе была. Значит, тут вон бисеру понасыплено. Ага, я надеюсь, что хватит. Вон проволоки отмотан кусок, вот такой вот, вот, тонюсенькой. Так, что там еще какая-то записюлька какая-то лежит. Угу, производитель, упаковщик номер 17. Угу. И вот тут, вот, вот инструкция, видишь, ты переживала, все есть, вон. Все как начать, как удальше. И погнали, погнали. Вот, лепесточки, листочки. Тебе понятна такая схема? Да. Да? Разбираешься? Да. Ну супер, ты сможешь? Да. Ну все, видите, схема есть, проволока есть, все, ваяй. Да. Угу. Все, довольная ты? Да. Такие схемы понимаешь? Да. На кружок мы ходим, на бисероплетение. Вот, все, схемы все есть, все. Все, солнце довольно. Ага, дальше поехали. Улыбается сидит, ага. Что тут-то мы сейчас посмотрим? Так. В хрумстящем пакетике. Хрум-хрум-хрум. Так, ой, красота. Ой, шнур, да. Шнур. Шнур. Шнур такой блестючий. Шнур? Такой шнурок. Сейчас посмотрим. Ой, ой. А что это такое? А что это? Ой, ёж, твою ж медь. Ой, сестра, я наизнанку тут вон повыколупливались уже. Ой, он, о. Ой. На суплях вон. Видали, он сопли тянутся. Ой, вообще. Енту сопли. Китайские сопли. Блестящие китайские сопли. Ага. Блин, это вообще. Это что такое? Это что такое, а? Ага. Вот те шнурки. Вот так-то вот. 90 сантиметров есть. Это типа... Ой, да... Короче, вот, вот такой кусок говна пришел. Вы ж посмотрите, пролысины какие, нету стразьев тут. Это придется спор открывать. И это вот, вот не хочу никого обижать. Он оно красиво-то, видали, как он блестит? Можно было бы, может, и браслет сделать из едного. Но оно ж все липучее, понимаете? Вот оно, его трогаешь, а оно все липкое. Вон, вон, видать, прилипать, вон. Прилипать, он с пальца даже не спадать, прилипло. На суплях, ну, китайских, это какие-то новые китайские сопли. Вон, вон, все, на суплях, все. Это говна кусок. Там они рекламируют такие сейчас шнурья, типа шнурья такие, вот они даже немножко тянучие. Ну, ой, короче, говна кусок, блестящий кусок говна. По-другому енту не назовешь. Просто вот, в общем, буду спор открывать, говна кусок. Расстроилась, Марья Ивановна. Гобна кусок. Ладно, поехали дальше. Может, нас что-нибудь другое порадует. Так. Так, тут, наверное, тоже проволока, проволока. Ой, скоро вы с ума сойдете от этого бисера. Заказала Марья Ивановна миллион. Так, вот это бисер, наверное, не бисер, а проволока из того же магазина, куда брали фурнитуру. Она не дешманская, нет, нифига подобного. Что-то денег стоит. Но она должна по качеству быть... Супер-пуперская. Вон, видите, какая блестяща. Так, ну тут что-то вот кончик торчит. Оно то, не то. Сейчас подцепим. А, нет, вот, то. Тут все, the best, но сделано. Вон, видали, вон, сюда, это кончик не тот торчит. Это вот, ой. Вот так вот, а вот оно, вот. Спрятано. Вот. Угу. Вот, ой, тихо, стоять, Зоря. Вот такая проволока. Ну, похоже, что действительно хорошее покрытие. Ой, да.
Потом полялякаем с ней, посмотрим. Мы там кое-что хотим научиться делать. Угу. Девочка одна хочет научиться. Как научимся, тогда и вам покажем. Угу. В общем, проволока вот эта зачетная, но не дешманская. Дешманская тоже заказана всякой разной, но это чуть-чуть попозже. Так, тут какой-то плоскучий какой-то пакет, как пустой. Шмякнула я его, жмякнула, ничего не нажмякнула. Сейчас посмотрим, что в этом пакете, в таком плоскучем. Что ж сюда такое поклали, а не положили? Ой, похрумстякаем. Ой. Ай-яй-яй-яй. Вон, а что, золото-бриллианты. Ага. За 1 цент, что ли, покупали. Вон, енто. Это кубические цирконья. Просто без оправы, просто камушки. Ну, за даром отдавали, за 1 цент. Вот мы и нахапали. Ага. Ну, может, кому для ногтей, но мы гелями не пользуемся, нам пригодится, может. Да просто люблю я, чтобы камушки выковырки. Я уже 1 раз вам как-то показывала все свои выковырки. И что там у нас дальше? Дальше такой пухлячий, хрумстячий пакет. Так, сейчас, блин, боюсь что-нибудь порезать. Что-то непонятное тоже ляжет. О, так. А что это тут? Спирт, салфетки. А зачем это он положил вот это вот сюда? Енто сережки. Что-то покупали их за что-то тут. За дешево, не помню. То ли с ебалами, то ли еще с чем. Так, погнутые, с купоньями, наверное, брали. Ой, что-то, ой. Ну, в общем, вот такие сережки. Ну, так-то вроде они тут не сгнулись, но не так, чтобы прям шибко сильно. Это он положил, наверное, чтобы вот эти сохранить. Слушайте, фурнитура-то тут зачетная. Доча, ты сама браслет. Принеси свой звездный браслет, пожалуйста. Или он уже порвался у тебя? Порвался. Замок сорвался. Вон тут какая-то тоже клеем нашмякана. Не видать вам, не видать. Нашмякано тут, короче, клеем. Бяк какая-то. В общем, браслет звездный, там замок плохой, а сам браслет хороший. Ну и вот эти штуки кладут, когда вот всякие эти стекла заказываешь. Одна спиртовая, а вторая сухая. Чи. Странный такой продавец. Агась. Ну что, на сегодня последняя посылочка-то. Что вы ею? Что сейчас посмотрим, похрумстякаем. Хрумстящим пакетиком-то хрум-хрум. Хрум-хрум-хрум. Ну-ка, что тут такое? Что-то? Бумажка какая-то? Что это такое? Вот. Это тоже золото-бриллианты. Вон он, девочки у одной. Хотела себе ошейник. Маму, хочу ошейник. Мамука заказала, вот. Ентот, как он называется-то? Чокер. Чокер, мокер. Вон так он сделан. Просто тряпочка вот такая, какая-то непонятная. Может, даже кожа. Не кожа. Непонятно, на что похоже. Вот просто такой замочек. Ага. И вот так вот на шее. Ну, ты ж хотела? Да. Ну, вот тебе. Ошейник. Я хочу, говорить, такой ошейник на шею. Да не ошейник. Чокер. Ну, не ошейник. Нашейник. Ладно. Ошейник, нашейник. Мода такая. В общем, сегодня почти все супер-пуперское, а кроме вот такой блестящей кукахи. Вот. Все ссылочки, как обычно, есть внизу в описании под видео в инфобоксе. Не забывайте ставить лайки, грозные дизлайки и писать ваши добренькие комментарии. А мы с вами на этом прощаемся. Как обычно, всем желаем всего хорошего, мира и добра. И пока-пока.